Всем привет, ребят! Ну что, мы на аккаунте моего подписчика на английском сервере, где у меня второй аккаунт, который уже догоняет основу. Я думаю, даже поселим мы основу, перегоним. Василий Коваль, вот такой вот ник. Гильдия Украин. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые, третьи места. Битва гильдии, атака фортов. Босс 14:30 и 15:00. Присутствие на битве гильдий обязательное. Контакт Viber. Телефончик видите на экране. Кидайте заявочки, вступайте. Так, нам сегодня надо выбить не особо много героев. Аккаунт бездонатный. Бигфут. Стрелок. Ну что, Медуза. Асура, Махатма, Рогатка есть, Бугимен. В общем, есть кого выбивать. Поехали посмотрим на аккаунт. 232 тысячи силы. В принципе, неплохо. Тактиковка качается. Варлок отлично. Гаргул отлично. Анубис. Ну, Ронин офигенный. Ину тоже. В принципе, смотрите, по талантикам вопросов даже нет. Ну тут римочки не хватает. Да, римочек однозначно не хватает. Ну а так, в принципе, довольно-таки неплохой аккаунт, как для бездоната. Скоро меня догонит. Почти. Так, окей. Вот такие вот у нас героя. Поехали посмотрим, что тут у него есть. Три карты, но это мне бы лучше отдал. Так, талантики есть, коробочки, посмотрите. Ну, неплохо, неплохо. Купит камешки. С форта сундучки. Так. Ну, в общем, поехали. Такой вот у нас коллекционер сегодня. Он, в принципе, здесь очень редко меняется. Бугимен исцеление. 100 рун. В принципе, неплохо было бы словить. Бигфут. Сразу же скин дают. Тоже отличная вещь. В общем, поехали. Поехали, поехали. Ролить на английском сервере. Посмотрим сегодня на удачу. Или такой же, как и на русском, он будет веселый. Дракос нам сразу же падает. Снова взяла. Ну, почти. Почти как Бигфут. Так, Одер. Ну и стрелка неплохо было бы вытащить. Странно, что у него еще и медузы нету на такой силе. Ну, может, действительно не прет на героя. Так, Кенди Кейн, Седна. Это все, конечно, весело. Ну, да давай ты уже имбу. Асура, поздравляю, недостающий хранитель. Купидон, вот поехала жара, пошла, пошла. Или не пошла. Ниндзик. Суккуб. У Фрея, ну, чё его, удивишь Фрея, я уже Фрея всех поудивлял, у кого их не было. Ну, в принципе, она у него есть, поэтому... Как доп, если захочет, когда-то прокачает. Так, ну что, движемся к середине роллинга, и опять у нас суккуб падает. Ну, Гризли Рипер, Купидон опять, Дрейк. Да блин, дайте Бигфута, ну. Жесть.
Так, отлично, поехали. Бум, и сразу же желейку дали. Ну, два сноузилы равняется почти как Бигфут. Так, фара. Рэнки, ну неплохо. Медуза, наконец-то, наконец-то еще один недостающий герой. Но Медуза, в принципе, очень и очень отлично. У него даже есть два осколка скина. Странно, странно. Что у него? Медузы реально нет? Ну, это отлично. А, четыре штуки, что-то я смотрю, медузы нету. Или он силу не раскачивает специально. Так, ну а сурики есть, медуза есть. Это, конечно, все офигенно. Под эту музычку мы выбили. Ну, не знаю. Возможно, он ему поможет. Посмотрим. Сейчас смешно будет, если он у него есть. Ну, конечно, его у него не должно быть, но... Все может быть. Так, ну что-то у него тут куча разных героев, рогатка. Это просто, ребята, изи. Ну чё. Выживание, 100к кулаков и 100 этих, я считаю, это отличнейший подгончик. Учитывая то, что он сможет сразу же десяточки некоторым попрокачивать. Ну, я считаю, это огонь. Роллинг удался. Поехали дальше. Нужен Бигфут и Махатма еще. Просто, блядь, просто изи. Поздравляю, ну, Бигфут, ну, считайте, мы Колю просто унизили. Осталось еще Паналадина словить. Призрачный. Стрелок, блядь, ну, все, это просто можно закрывать нахрен этот сервер. Тут падает все, что хочешь. Ну, это, ну, просто, ребят, вот просто ставите по лайку. Роллинг уже удался. Ну, попробуем сейчас еще добить мохнатку, если повезет. Это было бы, конечно, эпик. Ну, и так нам нападало тут за 54к, я не знаю. Это реально один из топовых роллингов тоже. Даже череп упал нам. Просто пиздец. Слов нет. Это все музычка решает. Да, по красоте, конечно, рендо. Это просто, ну... Это просто... Нет слов. Даже два словили Бигфута еще и на последней попытке. Вот так вот, ребят. Ну что, смотрим. Ангел есть, Паладин есть, Бугимен есть, Бигфут есть. А что вот это было? Что это за подстава? Посмотрите на этот бред. Ну, я думаю, это все фигня. Хоть бы даже там 14 с 15 выпало, это все реально фигня. Вот это вот просто кайф. Так, у нас там еще, по-моему, здесь акция. И сундуки, если я не ошибаюсь. В общем, по красоте, по красоте.
Сейчас посмотрю. Да, по-моему, еще есть или нет, сейчас глянем. Попыток. Ну, поехали. Может, отсюда с условием вольта. Это, конечно, жесть будет. Да, ну. Не зря он долго так ждал. Я говорил, подожди, подожди, подожди. Короче, поперло офигенно просто. Ну тут что-то не падают герои особо. Да, в принципе, они ему нафиг не нужны. Пять яиц. Офигенно. Жесть. Поехали. Смотрите этих героев. Имбецилов. Так, ну, Бугимен однозначно. Асура тоже. Единственное, бабульку не вытащили. Это было бы вообще огонь. И стрелок. Как раз 4 места. Ну, кулаков у него хватит на прокачке. Так, идем посмотрим на этих нубогероев, с чем кто выпал. Так, ожог. Ну такое, ну такое. Блин, ну давайте еще паролем. Какой-то имба талант. Ну хотя бы там, не знаю до чего. Нахрена их копить, правильно? Ну дай. Ну, утекание. В общем, подумает, кому поставить, хоть пятое утекание вытащили. В общем, так вот, ребят, такой вот у нас получился, скажем так, веселый роллинг. Не то слово веселый, просто офигенный. Уже дальше он покачает их, поиграет, посмотрит. Ну, я считаю, мы свою миссию выполнили. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лепите лайки за такой роллинг. Это огонь просто. Хоть настроение поднялось от коллекционеров, потому что в последнее время не всегда оно прет. Все, всем удачи, всем пока.